Волгоградскую область представляет Роман Кудлаев, хотя мы видим, что с ним работают и Анастасия Чередниченко, и Виктория Буцаева. Ну что ж, Beatles так Beatles. Let it be. Раскачал, конечно, публику Роман Кудлаев, хотя назвать 100% успешным это выступление очень сложно. Очень хотел порадовать публику этот фигурист, и по большей части ему это сделать удалось, но одно дело большая часть и совсем другое чистое, безупречное, безукоризненное выступление. Пока чуть-чуть не хватает техники, наверное, в первую очередь можно об этом говорить. В случае с Романом Кудлаевым, в целом программа-то классная, и кататься парень, видно, умеет, и мы видим, что музыку слышит, понимает, что, хотели сказать, постановщики, ну, под Let It Be, собственно, не понять сложно, красивые кораблики. Аксель пока лишь в 2,5 оборота, до тройного не дотягивает. Но есть на что посмотреть. Жаль, не совсем получилось безошибочно откататься Роману.
Так, ну что, давайте дождемся оценок. Ведь, судя по всему, Роман Кудлаев становится последним, кто выступает в этой группе участников. И нам с вами останется только узнать, как сложатся дела у фигуристов из сильнейшей разминки. А в сильнейшей разминке, напоминаю, очень плотные результаты. Первая четверка, даже пятерка, наверное, будет однозначно бороться за победу. 86 баллов Григория Федорова против 79 у Михаила Полянского. Ну и немножечко отстает Генрих Гартунг, который так же, как и Роман Кудлаев, работает с Викторией Буцаевой. Ну и он тоже попробует свою шестую позицию сменить на место в тройке сильнейших. В этом сомнений нет. 126 баллов результат Романа Кудлаева. По сумме он второй, ровно полбалла выигрывает у Ильи Неретина.